чудовище! Какая разница, когда в зале дикая мышь? Дикая мышь? Бен, это твой новый пришелец? Да. Слушай меня внимательно, дядушка Макс. Ред вообще-то не хотел тащиться на эту скучную кота-выставку. Но раз уж он здесь... О, да! Готовьтесь смотреть и удивляться, потому что Ред никому из соперников не оставит шанса. Бен? Ред хочет поймать мышь. А! Бен, что же ты делаешь? Ред и сам не понимает. Но Ред не проиграет грызуну в кошке-мышке. Простите, Ред не изменяется. Успокойтесь, дорогие зрители, это лишь мышонок и огромный разъяренный тигр. Мы здесь в безопасности, верно, Билл? Не знаю, но пока зрители бегали от грызуна, маленькая мисс Голубом преодолела 4 препятствия. Невероятно! Какая похвальная котоустремленность! Ха! Смотри, она уже на гимнастическом бревне стоит! Она щелкает препятствия, как орешки! Щелкает, да, но кошки не грызут орешки, Стив! О, похоже, у малышки в голубом появился соперник! Похоже, тигренок чем-то недоволен. Он точно одолеет полосу препятствий, но необычным путем. Бен, осторожнее, впереди тебя Гвен. Ничего себе, эта кошка как белка-летяга. Так грациозно, ей все так легко дается. Так, что происходит? Малышка в голубой футболке дошла до финального испытания. Никому не убежать от Рата. Она на финишной прямой, до победы рукой подать! Невероятно! Малышка в голубом опередила всех! Единственная хвостатая, которая преодолела все препятствия! Ха-ха, да! Это моя внученька! Что? Я скажу вам следующее. Спасибо, что обустроили тут бассейн для моей безопасности. Если думаете, что можете одолеть Рэта, то вы крупно просчитались. Гвен, ха-ха, ты моя кошечка. Спасибо. Скажи, что это за шум я слышала? Постой, неужели это Бен? Да, его новый пришелец. Эй, Бен, чем занимаешься? Я сам не знаю чем, но я должен уничтожить воду! Что это со мной творится? Похоже, ты немного увлекся, внучок. Я бы не сказала, что это немного. Зачем ты шумел и крушил все вокруг? Я сам не знаю. Просто этот инопланетянин был таким агрессивным и очень сильным. Он словно меня поглотил.